Так, оригинальная GPT, то есть тут могут быть разные модельки. Ну, смотрите, там 3.5 это, видите, для повседневных задач, продвинутая модель для сложных задач, новейшая, самая совершенная модель. Тут 10 у вас за 5 часов есть запросов. Тут вы можете прикреплять файл, загружаете файл через выбор файлов и, соответственно, пишете, что с ним делать. Тут вы говорить не можете, только диктовкой. Напиши пост про зайчика. Про зайчика. Зайчика. И еще важно, когда вы пишете, не обязательно прям так, потащи ты, вот, что-то исправлять. То есть, ну, если это глобально, как тут он написал, вообще меняю суть, тогда вы исправляете. Если это так, он, в принципе, определяет. И знаки препинания и так далее, это все абсолютно не важно. Вот он, рассказ уже чего-то сделал. Вот. То есть, ну, тоже довольно-таки удобно, можно использовать для загрузки файлов, можно скопировать, вот, копируете и вставляете там заметки или куда вам нужно. Также рекомендую использовать голосовым, раз, два, три, вот, либо, ну, печатать как удобно, и можно файлы вот загрузить в него вот таким образом. Если нужно новый диалог, то вы новый диалог. То есть, если вы спрашивали, как жарить котлеты, улучшивая самого лучшего в мире шеф-повара, а потом про маркетинг, лучше перейти в новый диалог. Это очень важно.